И снова всем добрый день, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами снова Михаил. Сегодня стоит солнечная погода, на улице где-то плюс 15 градусов. Время 11 часов. Вот. Сегодня хочу поехать прокатиться на велике. В общем-то, поеду в Измайловский парк. Сегодня думали с другом, с Дэном, еще там с Лехой поехать посмотреть технику нацкую. Скорее всего, отменяется, потому что сегодня у Дэна дела какие-то появились с машиной. Надо помочь там Лехе. Поэтому поедем, скорее всего, мы завтра, надеюсь на это, что мы поедем все-таки. Вот. А сейчас я поеду в лес, немножко прокачусь, покажу вам какие-то красивые места, засниму, да, немножечко. Особо так долгий весь путь снимать не буду. Доеду, там есть такая полянка загорательная. На ней думаю позагорать. Ветерок такой прохладненький все равно. Куртяжку все равно надел. То есть на нее очень удобно ложиться и загорать. Вот. Поэтому чуть-чуть позагораю сегодня. Кайфану, полежу. Отдохну, так сказать, душой и телом. Кстати, всем, друзья, спасибо, кто заходил на стрим. Сегодня Ghost of Tsushima будет продолжение. Вот. Игра вообще на самом деле классная, мне понравилась. Вот, так что сегодня поиграем. Так что еще заходите, буду вас всех ждать. А мы поехали в Измайловский парк на загорательную поляну. Вперед. И вот еду, друзья, что хотел сказать. Очень много появилось электросамокатчиков. Очень они опасные со всех сторон едут. Не соблюдают правила дорожного движения. По-моему, уже даже 2 смертельных случая было. Вот, ну, в основном так-то отделываются легкими ушибами, да, повреждениями. Но все равно, как бы я считаю, что надо быть в этом плане тут очень аккуратным, катаясь на такого рода техники, потому что они приравниваются к пешеходам. Вот, ну а пешеходы, сами понимаете, очень иногда виляют туда-сюда. Да и самокатчики попадаются, подростки несознательные. В итоге получается ДТП, так что будьте аккуратны, катаясь на электросамокатах. О, куда путь держишь? Ты работаешь? Я нет, ты выходной сегодня? Да. Чего говоришь? Да, ты уже вышел? Я да, уже вышел. У вас как, часы не сокращают? Кое-кому сокращают. Сокращают? Да, ну там просто в зависимости от того, сколько часов. Ну, нам уже у меня график 2-2 идет. Нам угрожают до 180, а потом будет еще до 160. А ты по делам куда-то или просто? На работу сейчас еду. А, на работу еду. Они смену сокращают, уже капец, уже надоели. Ну да. Что ты, выходной-то бываешь когда? Катнуть в парк там? Я вот сейчас еду в парк. Не, ну я завтра, я не знаю, что еще, маячу скажу. Понятно, я просто это, как бы у меня выходной, а завтра мы думали с друзьями поехать в этот... на Парк Победы, посмотреть натовскую технику, поснимать видос на канал. А, на Парк Победы там. Да, передай, кстати, привет подписчикам. Привет. Сюда. Вот. Ну что, нормально, да, у вас все на работе? Нормально. Ну хорошо, хорошо. Ну часов меньше стало. Часов меньше, да? Ну у нас вроде как, ну у меня график как был 2-2, так и остался, в принципе. Я вот, слышу. Она мне стабильно поставила, я попросил директора, говорю, поставьте мне стабильно 2-2 график. Ну, меня устраивает. У меня два дня есть там поснимать, покататься, отдохнуть и два дня поработать. Два по два – это уже сколько часов? Уже, все равно они перегорчивают. 180 уже или сколько? Получается? Ну, где-то так, 186, да. У нас парень есть, Леха, он вообще готов работать. Там у него за 200 часов он на инвентарке ездит, по 80 тысяч получает. Есть такой. Он говорит, я хочу себе компьютер купить. Вчера, говорит, бизнес какой-то за 500 тысяч озон хочет купить. Не поймешь, что-то он, короче, хочет. И готов работать до посинения в этом спортмастере. Ну, в этом дело понятно. Так что тут дело такое. А у тебя номер какой там? Я хочу просто... У меня есть рейтинг, я думал... Я не помню, вот раз записывал номер твой или нет. 8-9-2-5-5-5. Встретил знакомого друга, Женьку. У нас работал в спортмастере, сейчас работает в магазине Demix. Вот, поехал на работу, думал с ним его взять с собой катнуть. Но, блин, работает сегодня. Вот. Так что ладно, поедем дальше. Вообще красота, друзья, как будто бы лето на улице. Если бы не ветер, все уже высохло. Шикарная погодка.
дорожку асфальтом залит тут. Сделали бы асфальтную дорожку, удобнее было бы ехать. Друзья, дорожки уже зеленые вовсю, везде эти ромашки, вон они, одуванчики точнее, желтые. Всю дорогу сломали, тротуары расхерачили, как обычно, лишь бы все сломать. Тотальный ремонт парка идет. Справа полностью тротуар ремонтируют.
Смотрите, друзья, какое-то красивое поле маков. Ну или не маки, не знаю, какие-то цветы, но прям красивые такие, красные. Вообще прям контраст такой. После этой серой весны так прям приятно наблюдать это буйство красок на самом деле. Всем привет, дорогие друзья. Белки ручные, короче, там с рук кормят белок. Они прям тут бегают.
вот, друзья, я приехал на свою загорательную поляну, поставил велик. Сейчас тут лягу, буду получать витамин D, витамин солнца. Такая желтая полянка. Я наш Измайловский пруд. Где поймают, там и пруд. Тут вот пирс. Многие, кстати, подростки с него любят прыгать. Голову себе расшибают об камни, там, потому что не глубоко. Но его закрыли. Но мне кажется, летом все равно подростки прыгают, приходят. Такая, друзья, история. Кстати, вот красиво такая чаща, прям в лес заходишь, вокруг деревья, вообще красота, прям как в игре Смута. Да, сейчас разбойники нападут со всех сторон, трусами не отмахаешься. Справа детская площадка, ну а туда уже в лес. Да, я не пойду, конечно. Но природа красивая тут. Надо будет еще к Артуру съездить. Обязательно. Артур, если смотришь, тебе привет огромный. Вот. Скоро выберемся. Надеюсь, Славик не будет работать наконец-то. И мы втроем к тебе приедем. Видосик заснимем. Плова сделаем. Вообще четко. Мы просто хотели поехать. Просто видите, как, друзья, вроде собираешься. Все, у одного рабочий день. Второй занят, третий еще что. Самое сложное, друзья, это собраться. Это самое сложное. Вот, а так, конечно, лето еще впереди. Ожидает нас много интересного с вами. Так что все впереди, друзья. Пока я лягу позагорать. Отдохну, погрею кости, так сказать. Тут звонит. Ух, друзья, как же кайфово лежать, принимать солнечные ванны вообще. Всем новым подписчикам, всем старым подписчикам, кто недавно подписался на мой канал, не забывайте выходить на природу, дышать свежим воздухом. Загорать, это действительно важно, вот, потому что мы и так редко получаем витамин D, поэтому всем советую проводить время на природе, особенно сейчас, когда тепло, сегодня 20-ка, так что сегодня прям с кайфом позагораю, ну и потом, может быть, еще куда катну, посмотрим. Подушку купил, кстати, себе новую, та старая подушка уже все стало где-то пропускать, но я взял такую же, она стоит 300 рублей, фигня. Вот, но с ней классно купаться летом, вообще здорово, прям закидываешь в озеро и плаваешь на ней. Ну вот, еще взял с собой такое масло для загара, идеальный загар называется. Хорошая штука, вот уже каждым летом почти пользуюсь им.
Вот, оно с витамином Е. И тут оно как бы не чистое масло, там масло с водой. Наносишь на тело, оно водостойкое, можно искупаться, вышел, а как бы тело еще в масле. Вообще классная штука на самом деле. Давно пользуюсь, всем советую. Стоит недорого, рублей 300. Вот, кто любит загорать, вообще must have. В общем, друзья, позагорал я, приехал домой. И тут мне позвонил друг. Дэн говорит, поехали видос снимать. Поехали на Поклонку. Ну а почему нет? Сейчас поедем на Поклонную гору, поснимаю для вас технику. Вот, надо будет, кстати, это... Еще там кое-что купить, может быть, чишки зайти. По мелочи поесть. Там яблочко туда-сюда. Так что, друзья, едем. Все, друзья, пришел к подъезду Дэна. Жду Леху, жду Дэна. Сейчас они выйдут. Леха с детьми, Дэн. И поедем. Нифига тут байка, смотрите, какой видел. Рама железная. Вилка 100 миллиметров. А сзади прям ДХ-подвеска. Это просто, друзья. Велик. Ашан байк 10 из 10. Вот это Ашан. Это действительно Ашан. А вы все жалуетесь на то, что я вам обзоры делаю на спортмастеровские велики. Да нормальные велики там, друзья. Никакие не Ашаны. Все. Ждем друзей и выдвигаемся в Москву. Ну, Дэн пришел. Дэн, передай привет друзьям, подписчикам. Привет. Все, ждем Леху. Сейчас Леха выйдет и пойдем, поедем потихонечку. Погода хорошая, да, сегодня? Классно. Солнышко вообще прям. Я успел позагорать даже. Вот такой бандаж у Дэн. Ну-ка. Ну да, нормальный. Он такой неопреновый, да? Он еще, наверное, обладает это, термическим эффектом, согревает. Да я бы не сказал. Ну, блядь, на солнце, конечно, потеет. Угу. Да. Ну, нормально, нормально, да. Главное, что фиксирует, да, коленку? Коленную чашечку. Прям посильнее затяни его. Да посильнее, нафига. Ну да, там. Что, блядь, кровь застыла. Слишком сильно тоже нельзя перетягивать. В общем, кеды нормальные, да? Довольно. Кеды вообще бомбичные. Топ. 10 из 10. Да, ну, блядь, кроссовки за 20 тысяч я бы не купил. Да? Да. Ну да, они, это не для всех кроссовки. Я бы тоже, наверное, их не купил бы. Вон, детишки радуются, катаются. Площадка у нас детская. Ты бы купил, ну, не знаю, если бы они мне нужны были, может, я их и купил. Ты бы их в рассрочку. В рассрочку и порезал бы, да? Кстати, что-то ты давно не резал. Надо нож купить. Нож за 6 тысяч, за 7 сейчас куплю. Специально такой тактический нож нашел, D2 сталь. Да нафига? Ягуар. Офигенный нож. Я уже давно хочу купить нож. Мачете сразу купить. Рубин. Рубина пополам, да? Не, нож, кстати, классный, я давно хотел его купить, обзоры смотрел. Рэмбо. Сейчас я тебе покажу, как выглядит. Ну, Леха, пойдем. Леха, погоди нас. Нас погодить. А вот и Леха пришел. Привет всем, поздоровайтесь с подписчиками. Привет. Все, поехали. Поехали потихоньку. В общем, что он копал? Билеты. Какие? Билеты. Какие билеты? Все, понял. Билеты покупаем на кассе, там подходим, карточкой оплачиваем. Миша всем оплачивает. Вот зарплату всем, да. Просто всем. Да. Все, едем, едем, едем. Миша накопил 83 тысячи, оплачивает 7 билетов. Видишь, ты какой хитрый. Хитрый какой. Вообще куда? В Москву, что ли? Да. Не, ну почему далеко? Не особо. Час точно, да. Я говорил пораньше надо, но пораньше сегодня, видишь, не получилось. Можно было, конечно, завтра, но раз уж сегодня выехали... Завтра не вариант. А что ты завтра будешь занять? У меня, возможно, халтурный меч.
получается. Ага. Халтура — это дело хорошее. Я когда узнала, что мы поедем, я с утра, блин, сидела, вот, в математику Пошлите, ребята. Ого. Ты купил, да? Стой, у тебя тут это, кто тебе налепил бумажку, или кто? Ты сел, не знаю кто, я выкину. Дети. Денчик хочет беляшек прикупить. Самсук, мужик, короче, пьяный совсем, в зюзю, сел на лавочку окрашенную. Там у него бумажка прилепилась. И я ему отлепил. Этому мужику говорю, типа кто-то на спину прилепил. Он говорит, кто? Я говорю, не знаю, он говорит, дети, наверное. Я говорю, наверное, дети, да. В общем, друзья, приехали на Полежаевскую, метро. Сейчас нам нужно пересесть на электричку. Вот, и там уже доедем уже до этого, до места назначения, до трамвайчика. Всем привет еще раз, друзья, кто смотрит. Местные жители Рютовские. О, Москва-Сити. Ночью, наверное, фоткать, а не подсвечивать. Вон, друзья, Москва-Сити. Мы вот приехали, сейчас поедем уже немножко до трамвайчиков. Вон они. Вот так вот выглядит все красиво. Пойдешь, не делай этого. О, какой Лясик симпатичный. Смотри, какой. Вот я про Ляся говорю. Классный. Я не мешаю? Ну, симпатичный, олдскул такой. Чисто олдскул. Да. Что там интересно? Книжки? А, там одна книжка только. Нет, там две. А про что это? Пасха, да? Ну, Пасха — это праздник, понятно. А вот это? Пасха. А это ремарк какой-то. Не, ну, это, не, короче... Не, я думаю, сюда можно что-то сюда можно что-то положить. Да, можно положить. Брать нельзя, можно только класть сюда. Кто-нибудь чего-нибудь хочет заначку положить какой-нибудь сюда? Пусть лежит. Я сейчас подумаю, так... Все, друзья, сейчас идем дальше. Вот, Денис знает. Короче, он тут работал, Дэн, да? Вот этот мост двигается, сдвигается, типа надвижка называется. А там касается. Вот его потихоньку собирают и двигают в левую сторону. Вот это да. Вот это технология, друзья. А вот тут вот снизу, там Moscow River. Москва река, вот там. Тут просто строится что-то. Китайцы, да, придумали? Ого. Они запатентовали, да? Не, короче, технологию отработали немцы. А, немцы. Они подняли сами. Надвижка будет дальше, над рекой. Над рекой. Пролет. Сейчас до тут дойдем.
там расскажешь. Что, клинья обычно накладывают, а там сгоняет. А мост сползает по клинику. А, вниз, да? Понял. Решили зайти в магаз, посмотреть тут. Водичку купить. А если возьму минералочки, что-то мне так захотелось. Есть сундуков каких-нибудь. Ты не потеряйся, Федь. Нет. Со сладкой берешь, бери подпашку. Федя, иди сюда. Федя, подойди ко мне. Вёда! Он тебя вообще не слышит, он меня не слушает. Ему нужно эту чуваку игрушку. Очки снял и матери руку дай. Федор модный. Он сам по себе. Вино, 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 вино. А прохладная вода ты? Только такая, что ли? А где холодильник? А, ну да, тут что-то. Сейчас водички купим. Квас. Что, ты что, будешь? Да им не напьешься особо квасом. Квасом, этим обалденно. Актив цитрус, можно мне одну? Дайте, пожалуйста. Или нет, чай лучше. Липтон зеленый. Липтон зеленый? Ага, спасибо большое. Что тебе нести? Нет, да, это по себе, это есть. Вода? Конечно, все равно мне нести. В чай попроще. Я люблю чай. Ой. Лена, перекусить будешь брать? А у меня бананы, у меня бананчик есть. Даже два. И финики. Финики? Финики. И чай Липтон. Финики были бы сразу. Всем тоже. В общем, друзья, приехали, а тут такая вот огромная очередь. Сегодня выходной день, все хотят прокатиться. Поэтому, нет, это Москва-река. Вот, кораблик. Ну, там человек, наверное, 20 помещается, ну, от силы. Если посчитать, 20. Тут, наверное, полтора часа, наверное, придется стоять, может быть, даже больше. Не знаю, посмотрим. Срочно мы сейчас, это нельзя пропустить. Вот, в общем, так все это дело выглядит. Химки, Санкт-Петербург. Посмотрим. Ты тут встал бы, а? Постоим, подождем. Нет, Федор, тебя не стукнули. Первый отправляется. Вау. Сколько интервал, 20 минут? 25. А. Дети до 7 лет. Кто у нас до 7 лет? Я, по-моему, до 7. Мне только 6. А мне уже 11. Петьке 7, ну можно. По его возрасту и уму можно сказать, что ему вообще 5. Он не помнит. По 3 человека. Оплата карты. Как в метро, да? Угу. Отлично. Офигеть, там пристань огромная. Круглая, да. Да, как беседка. У нас одна такая беседка, как... Блин, вот такая вот беседочка, как зал. Блин, как большой зал в физкультуре. В школе. Михаил, что? Заплатите за меня? Нет. Сам будешь платить. Вот, ты же работаешь. Вот эти плиты. С той стороны плиток. Дэн захотел на халяву проехать. Мы с бабушкой тут уже катались. Да. Угу. Только на ВДНХ. Тоже на таком же? Нет, там был большой, трехэтажный. Насыпь мне еще семечку. Если не жалко тебе, конечно. Зачем? Жалею. Спасибо большое. Да я знаю. Я должна. У меня дочка Рита любит их. Она, кстати, в твоем классе? Рита или нет? Маргарита? Да, которая... Борисова. Не, она в шестом. Да, она в шестом, да. А ты в каком? В четвертом. В четвертом еще. В пятый перехожу. Я сначала вообще подумал, что Денис соевый соус взял. Попить чисто. Соевого соуса Дэн взял.
Нет, это поем. Ты что, голодная, не пойму? Нет. Все, стоим в очереди, друзья, в очереди. А мне там уже ничего нету. Ждем. Я когда это, работал здесь, вот эти я не покупала опоры мармелад, папа сказал, передних не было. Каких? Они только те заливать нужны, которые наверху. Так это не мармелад, кстати. А когда он построится вообще, мост этот? Не знаешь? Я ж тебе отправлял в этом WhatsApp год назад. Не помню просто. Можно пройти? Да-да-да, конечно. Вот, выпросила наконец. Что это у тебя? Амнишка уже, вкусняшка. Денис всех спас, купил нам мороженое. Уже стоим час почти. А ты себе какой взял? Пломбир с апельсиновой. Пломбир с апельсиновой. Вкусно? Это тоже неплохой, кстати. Вкусненько. Денис, чистая линия. Всех спас вообще. Это Федька любит. А ты не любишь? Не, не особо ем. Скоро будем погружаться, очередь уже подходит. Спасибо. Так, заходим. Проходи, проходи. Так, тут полы моют, аккуратнее подскользнись. Вон туда, туда. Ну вот, сколько, 2 часа постояли мы? Наконец-то мы на месте. Во, голубь. Голубь. Голубь плавает. Смотри. Вода. Вода. Да я знаю, что это утка. Но это как бы похож на голубя. Поезд. Да вот и приехал. Ну что, он наш едет. Сейчас будем засаживать. Да, как я его? Нечем, мне нечем его вытаскивать. Чего? У тебя такое ощущение, как будто мы двигаемся. Как будто, да, крутится, да? Да, ты двигаешься. Нет. Целое видео будет у меня на канале. Да, вон Миша. На моем канале. Зайдете, посмотрите. Синичка. Сегодня на синичке плывем. Я кожу пока вернула. Правильно, кожу, и все, и заноза выйдет. Вот она, вышла уже. Все. Ну, я же говорю, нормально. Сейчас люди выйдут, не торопиться. Мы на синичке поедем? Да. Да, тут зарядка. Вон внизу зарядка, походу. У тебя такое же ощущение? Не подходи. Близко не подлетай. Федя, отойди на метр от меня. Близко никогда не подходи. Смотри, водоворот. Водоворот там просто. Нормально там. Обалдеть. Я это никогда не видела. Ну, теперь увидишь. О, даже нас тут тряхануло. Потом как-нибудь задоначу по чуть-чуть там. Соточку есть. На стриме. И тебе полезно, и мне полезно. Такой тут туалет, можно руки помыть, в туалет сходить, все чинненько, благородненько. Начинается посадка на электросудно «Синичка». Быстрее, быстрее, быстрее. Проходите к швартовочному месту Е-1. Все, сажаемся, заходим, сажаемся. Садимся, точнее. Давай, ты сначала пройдешь. Ты приложи. Давай, проходи. Быстрее хотите? Вкладывайте. Еще раз. Еще раз. Все, все. Спасибо большое. 32. Где деньги? Ну, конечно. У меня всегда есть деньги. У меня их много денег, девать некуда просто. Это не из серии денег нет, да? А вы держитесь. Пойдем? Вон туда. Да,
Миха, а мы пойдем? Миха! Че? Не, я пойду сяду, сижу. Вот такое судно, друзья. Ну, что могу сказать. Довольно-таки просторное. Туалет есть на перерыве, на техническом. Женский день. В общем, сейчас выдвигаемся. Даже спасательный круг тут есть. Стаканчики. Плывем, поедем. Плавает, я. Во время движения нет выхода на палубу. Прохладненько, классно. Всем привет, дорогие друзья, новым подписчикам, старым подписчикам, кто подписался. София, Леха, Алекс, всем привет. Сегодня такой насыщенный видосик будет. Еще мы, скорее всего, если успеем, доедем, технику поснимаем на Поклонной горе. Дэн, слышишь? Дэн. Тут кондер. Кондер вот тут. Чувствуешь? Поплыли. Отправляем. Че, достаем водичку. Кто капитан? Дэн капитан. Спанчбоб. Так, довольно-таки тихий трамвайчик. Разворачиваемся. Скорее всего, вот это у нас перед. А, ну вот там капитан же наверху. Сейчас мы его подснимем. Красиво, да. А там вот эту штуку посадить? Это мое. Как способ? Можно палку снимать, можно просто. Так вот. Все, плывем. Капитан мне стучит, говорит, нельзя его снимать. Че вам, как детишки, нравится? Сейчас спрашиваю. Ну, самое главное, что нравится. Чего-то мало, вот, когда капитан стучит, то, что его снимать нельзя. Да, говорит, не надо меня снимать. Стесняется. Нормальная лысина. Нормальная лысина, че сказать? Сидеть можно, надеюсь? Да, сидеть можно. Тут чувствуешь вентиляцию? Да. Кондиционер. Да попусти. Что прохладно. Весь. Что-то было, бля. А вы что-то нажали? Да. Почему нельзя-то? Да потому что. Смотреть на пожарную. А, сама открылась. Ты кнопку нажала, да? А по сути сама открывается. Подходишь, она открывает свой мост. Где? 4x.
здание Сбербанка вон там. Да, реально. Училку без мужчин. Такая красота. Смайл. Смайл. Туда нельзя, 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 нельзя туда. Нельзя, только отсюда можно. Куда они делись? Там на соль, я не знаю. А вот они. Короче, обзорные точки, я знаю. Что ты знаешь, Дэн? Ну-ка расскажи. Подпишись. Обзорные точки. Обзорные. Не пугай меня так. А где Даша? Там она еще. Там? Там. С той стороны. Знаешь, она на палубу не вышла. Москву Сити. Дай попить. Возьми в рюкзаке. Возьми. Ты че, гантели что ли? Нет. Попробуй рюкзак. Мама, мне капку на минуту. Не, красиво, красиво. А он МГУ, да? Здание ставим. Как МГУ. Че это? Я лишь не знаю. Короче, красивое здание. Нет, это не МГУ. А что это? Обзорная экскурсия. Раз, два, три, четыре. Четыре корабля тут курсируют. Лёх серьёзный. Чё такой серьёзный? Ладно, не буду тебя смущать. Дельфинов. Где дельфинов? Где вы там их увидели? Два часа в очереди. Постой, посмотрим на ваше настроение. Нормально настроение. 20 минут на прогулку. Ты что, за 2 часа дельфинов не увидел? Нам еще надо технику заснять на поклонке. Миш. Миш. Че? Ты за 2 часа дельфинов не видишь. Где, тут? Да, вон, за ней. Смотри в окошко. А, вот. А мы это главный дельфин, да? Вертолетная площадка. Налево посмотри. Вот она. А, вот. Площадка? Да, вот тут вот. Какая? Вертолет. А вы это уверены? Что за здание такое? Первый раз вижу такое. Не, я знал, что оно тут есть, но оно как-то выглядит. Мим. Вблизи странновато. Да. Мама, как? Федя, если я снимаю, нужно помолчать, да? ДНК, да, конечно. Это здание ДНК. Да, похоже, кстати. ГНК. Это Umbrella Corporation. Вы сами похожи на... Блин, на... в нем стрёмно жить. Спираль человечества ДНК. Нет, потому что на пламя свечит. Пламя свечит. Как свечка. Свечка такая. Архитектор, глядя на местный пейзаж, складывается впечатление, что архитектор был пьян. Немножко. Или вообще в дупе. А вот, кстати. А вот, мы приплыли уже. Сейчас я вижу. На чем подсливаешь? На какие все? Важно.
Почему на кейс? А, мы дальше пойдем. Да. Ну вот старый кораблик Маэстро. Раньше такие ходили. Ну они сейчас ходят как бы, но это типа 80-х годов они, по-моему. А, там открытый верх, второй этаж открытый у него. Ну, симпатичный кораблик, да. Именно такое? Дэн хочет такую татуировку. Вором. Нет, ну не именно такой, но... Похоже, да? Да, подобие. Может быть, похоже. Давай, нет. Вон, вперед. Что ты закалываешь? Что там, ах, ты сейчас выучишь 99 билетов. Да везде написано. Пару билетов. Да. Забор тоже. Тут справа стройка идет. И вот там вот впереди, друзья, Белый дом. Вот там правительство. Поближе подплывем, он будет, получается, по левому борту, я вам покажу. Тут вот такие сталинки. Дома в сталинском стиле. Справа, друзья, плавучий ресторан Рэдисон. Дэн говорит, сколько за месяц надо билеты, да? Опа. А ты там бронировать за месяц. Не катался на линии, да? Я туда рыбу возил. Тебе нет, тебе нельзя. Это для взрослых людей, тебе тоже. Я туда рыбу возил, только не в Рэдисон, а в Конкорд. А, в Конкорд возил? Ну, такой же теплоход, только называется Конкорд. Там чисто рыбный билет. Ресторан. Не, я рыбу. Они заказывали у нас в фирме рыбу, я туда возил рыбу. Именно на кухню, в ресторан. Понятно, чтобы понятно. По Москва-реке поплавать и покушать, надо за месяц место бронировать, столик. Не знаю, как сейчас, но раньше за месяц, короче, бронировал. Ну вот, друзья, сейчас перерывчик небольшой, стоим, ждем 4 минуты и едем дальше. Заметил, сегодня очень много велосипедистов, сегодня велопарад, короче, в Москве. Поэтому очень-очень много велосипедистов сегодня. С той стороны едут. С той стороны едут, да, с этой стороны, со всех сторон. Все, посадка окончена. Двигаемся дальше. Вот, друзья, дом. Белый дом. Приближу, чтобы посмотрели. Телефон вот тут вот. Посмотри. Белый дом. Пускай заряжается, конечно. Орел. Орел. Орел через Ё и с твердым знаком на конце. Ору. Орел. Орел. Все, сейчас последняя станция, друзья. Выходим. Еще две остановки на метро. И до Парка Победы. Все, друзья, приехали. Время 7 вечера. Нам еще до Поклонки там, ну где-то примерно полчаса, может быть, час максимум. Вроде как еще светло. Полчаса, да? Ну да, где-то полчаса примерно. Ну, поездка понравилась, так довольно-таки
прохладненько, убаюкивает даже местами, то есть можно, в принципе, так уснуть. Вот, немножко. До свидания, спасибо. До свидания. Нырки, это нырки. Смотрим фильм такой советский? Не. Поиграем в нырки. В нырки? Там, короче, чувака приводят. А. Замерзшего в ванну, в бабе кладут. Угу. Такой согревается. А баба говорит, а мы тут в нырки играем. А. Он спрашивает, а что это? Нырки, это нырки. Она, короче, подводит дверь. Я понял. Все, друзья, выходим. Сейчас в метро. Киевский вокзал тут рядом. Мосфлот. Ну, это старенький корабль. Прага. Сколько? Тысяч три будет? Гостиница «Славянская», друзья, Киевский вокзал. Фонтан просто супер. Давай. Клади. Большое отделение. Там боковые эти стропы можно открыть. Тогда влезть. Встреть. Сейчас, друзья, тут чуть постоим, поснимаем и выдвигаемся в метро Парк Победы, поснимать технику, пока солнце. Спускаемся в метро. Нам нужно одну остановку проехать. Передай привет всем. И мы почти на метро Парк Победы. Почти там доедем. Вот, друзья, приехали в метро Парк Победы. Самая глубокая станция московского метрополитена. Дэн, помаши ручку. Улыбаемся и машем. Я. Красавчик. Сказал, что я сам улыбался? Да, сказал. Хочешь, ты еще скажешь? Нет. Сколько метров? Хрен его знает, сколько метров. Ведь не балуйся, ты. Можно посмотреть просто. Курсовод 8 заканчивается. Ну это да. Все, друзья, почти приехали. Все, друзья, приехали. Жуть, народу много, в метро душно. Я просто запарился в это метро. Ходить. Вот. Велосипедистов много.
Везде велики стоят. Брусчатка туда. Вообще надо было с той стороны зайти. Стрелка отсюда показывает, оттуда выход мир. Понятно. Стелла воином-победителем. Сейчас пойдем по правой стороне. Главное не потеряться. Народу прилично, кстати, хочу сказать, под вечер. А пройти можно ли? Я все закрыто. А до 8? До каких часов? Чего? До каких часов вообще работает? До 7 часов. До 7? Спасибо. Не успели, вот так вот. Торопились и не успели. Не успели! Где батя? Не успели. Где это? Кто? Сань, тебе говорю, ну что ты сделал? Не успеешь закрыть? Конечно, потому что пока туда-сюда, я же говорил, что надо в часов в час. А вообще Парк Победы красивый вечером, на самом деле. Фонтаны тут. Да, по выходным здесь вообще прям очень-очень многолюдно. Очень много народа тут. А вот, кстати, сама Поклонная гора. Вон там крест. Воинам-освободителям. Ну, я думаю, это завтра отснимем уже. То есть сегодня так, чисто небольшая экскурсия тут была у нас. На трамвайчике прокатились. Но все равно день прошел на позитиве. Очень здорово, мне понравилось. Дети катаются там кубарем. Видео провалено. Видео не провалено, оно все равно будет на канале. В любом случае. Вот, потому что не зря мы сегодня покатались хорошо, но не успели сюда, к сожалению. Можно завтра, в принципе, съездить. Как у тебя канал называется? У меня? Да. Потом дам ссылочку. На рюкзачок. Подвиньте, да. Ноги опусти. Посидим, отдохнем. Не успели. Ну, может, еще сейчас что-то, в принципе, с той стороны пройтись. Можно немножко посмотреть, а так, в принципе, день прошел. Ну, хотя бы на трамвайчик покатались. На лодке. То хорошо. Храм посмотреть. Заснять, Дэн. Вон там луна уже. Так, немножко решили подснять небольшую экскурсию. Но завтра мы приедем, друзья. А в общем, не буду разбивать на два отдельных видео. Все будет в одном видео. Видео будет длинное. Поэтому мы резко переместимся на завтра. Как бы сегодня такое, ну, не получилось, не успели по времени. Надо было раньше выезжать. Ну, а раньше выезжать у Дэна не вышло, к сожалению.
Так что вот так, вон там купол. Такой вот. Такая, друзья, обсерватория. Сегодня вот подснимем тоже тут. Немножечко темно уже, правда, становится. Но вроде более-менее нормально. Можете почитать, кстати. Памятник ансамбль, честь отдающий заслуг 10 фронтов, 3 флотов, а также партизан, подпольщик, тружник в тыло. Участвовавший в этапе Великой Отечественной войны. Вот, друзья, статуя Георгия Победоносца и сам шпиль Победы. Довольно-таки высокий. Там все фоткаются. Ну, темно уже стало, друзья. Поэтому камера, наверное, снимает так себе посредственно. Но очень красивый вид открывается на Москву. Очень красивый. Так внешне. Сейчас вот покажу вам немножко тут. Сегодняшний день подошел к концу. Так, довольно-таки позитивно прошел. Покатались на трамвайчиках. Вот, друзья, это Поклонная гора. Для тех, кто не знает, София. It's video, it's for you video. Video for you. Поклонная гора, Russia. Такая красота. Ну, там вечный огонь еще горит. Сейчас, наверное, дойду до вечного огня. Сегодня весь день на свежем воздухе. И позагорать успел, на велике покататься. И даже на поклонке побывать. Вообще прям очень насыщенный день выдался. Ну ладно, друзья, на этом будем заканчивать видео. Так прогулялись, но не успели, правда, посмотреть технику, к сожалению. Вот, завтра нас с Денисом приедем вдвоем. Вот, посмотрим. Так что на этом будем заканчивать. Ставьте лайчонки, подписывайтесь на канал, кому интересно, друзья. Всем пока-пока. Дэн, попрощайся, друзья. Лицо бы сделай улыбчивое, пожалуйста. У нас просто дети, сегодня народу много, все переживаем. Ребенок убежал без спроса. В общем, так получилось, друзья. Все, всем пока-пока. Всем хорошего дня, вечера. Все, пока.